А теперь к оперативной сводке от региональной госавтоинспекции. За минувшую неделю на дорогах республики зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий, в которых 3 человека погибло, 12 человек получили травмы различной степени тяжести. При надзоре за дорожным движением задержаны и отстранены от управления 22 водителя, управлявших автотранспортными средствами в состоянии опьянения, в том числе 3 гражданина, ранее лишенных права управления. На основании информации, полученной в режиме автоматической фото-видеофиксации, на территории Калмыкии сотрудниками госавтоинспекции вынесено 2152 постановления об административном правонарушении. 25 мая в 13 часов 50 минут 32-летний житель Приморского края, управляя автомашиной Kia Ceed, двигаясь по улице Намтачирова города Элиста, выезжая на улицу Сусеева, не предоставил преимущества в движении и допустил столкновение с автомашиной Hyundai Getz под управлением 32-летней местной жительницы. В результате столкновения в медицинское учреждение с ранениями доставлен несовершеннолетний пассажир автомашины Hyundai Getz. 25 мая в 18 часов 5 минут на 72-м километре автодороги Яшкуль-Комсомольский 45-летний житель Октябрьского района, управляя автомашиной «Лада Гранта», не справился с управлением и совершил опрокидывание транспортного средства в кювет. В результате опрокидывания в медицинское учреждение доставлено 3 пассажира данной автомашины, среди которых один ребенок.